Я знала об этом проекте, но как бы участвовать там не планировала, но когда поступило приглашение, я согласилась. Да, смотрю. Очень, очень приятные, красивые девушки представляют такой завод. Представляют рабочую профессию, ну и не только. Я закончила техникум и пошла работать сразу на КАМАЗ, сразу на завод. Я люблю свою работу. С недавних пор начала изучать английский язык. Я считаю, что он мне пригодится. Я также занимаюсь литературой. Я пишу небольшие рассказы, но это только для себя, в печати их нет. Пишу детские сказки. И сказки в основном, конечно, так скажем, дарю близким и родственникам. Тем, у кого есть маленькие дети. Их читают и говорят, что даже нравится.